допустим, вот красненькую. Вам снятся страшные сны? Я помню страшный сон, что все время я оказывался затерянным в каком-то странном неизвестном городе или в какой-нибудь гостинице. С множеством одинаковых номеров. И было непонятно, какой из них мой и есть ли там вообще мой. Вы пишете стихи? Нет. Я не знаю, просто нет. Прокофьев или Шостакович? Ну, трудный выбор, но мне кажется, наверное, Шостакович. О чем вы мечтали в детстве? Осуществилась ли эта мечта? Ну, почему-то в детстве я никогда, у меня не было представления о том, кем я хочу стать, там, как у многих, там, ни космонавтом, ни пожарником, ни милиционером, ни юристом. Ну, в более позднее время я, конечно, хотел стать музыкантом. Что вы умеете готовить? Ну, примерно ничего. У вас есть домашние животные? Ну, только вот насекомые всякие, там, комары, мухи. Давайте последнее, что ли. Так. Вы пробовали собачью еду? Хороший вопрос.